Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. Давайте-ка мы... Ага, крышки. Ну, ерунда, а теперь забираем все. Так, смотрите, у меня ребята подучились маленько, это нам на руку. Один даже получил максимальный уже уровень в спешле. Так, житель у нас сейчас новый будет, да? Ну-ка, давайте посмотрим, кто это. Элизабет Херди. Ну, ладно, давай. И что здесь у нас такое? Блин, ты посмотри, когти смерти сразу же прибежали. Так, эти у меня здоровенькие, да? Все нормально. Так, это у меня Лаура тоже неплохо себя чувствует. Здесь вроде бы тоже нормуль. Так, ну здесь немножко можно подлечить. И, в принципе, мы готовы, ребята, встретить этих охламонов. Так, давайте сейчас мы их разбомбим. Ну, а потом, я думаю, что пойдем уже на рейд. Ну, упади хоть один, а? Нет, не упал, к сожалению, жаль. Подлечим маленько. Вот так вот. Но, нет, она одна здесь ничего не делает. А, ну у меня еще и в рукопашку. Какого лешего? Давай-ка оружие возьми в ручки. Девочка моя, ты что, совсем припухла, что ли? Чтоб тебе такое поставить-то хорошенького, а? Пока ничего не вижу. Ну, давайте вот обрез поставим. Пускай с ним пока бегает. А здесь у нас уже вовсю... резня началась. Да ладно, завязывайте. Ну, хоть одного-то завалите. Тут и помощник у вас помогает. Нет, к сожалению, опять же никто не упал. Ну, здесь-то стопудово, наверное, мы двоих завалим. Так, один уже есть. Быстро, быстро, конечно, они у меня разбирают моих жителей. Ты смотри-ка, нет. Ну, вся надежда на столовку. Так, один готов. И давайте вот этого последнего сейчас добьем. Есть, молодцы. Ну что же, молодцы повара, ничего не могу сказать. Так, 11 происшествий мы уже сделали. Так, ну-ка иди, подожди, нет, не этого взял. Вот. Нет, наверное, не сюда. Вот, иди сюда, здесь будешь развиваться у меня дальше. Забираем жрачку. Ну что, наверное, можно уже отправляться и на рейд, ребята. Так, жители только заберем, естественно. Пускай пока здесь постоит. Ну, а мы с вами отправляемся. И первое задание у нас будет звучать как... Ну, давай ты, ё-моё. Блудный жених. Спасти жениха. Хм. Опять что-то у нас тут со свадебками связано. Карта, в принципе, не очень большая. Должны быстренько ее пройти. Кто здесь у нас будет? Опачки. Ничего себе костюмчики. Привет, красотуля. Ну, здорово. Дайте мне вариант ответов. Давайте второе возьмем. И тебе привет, золотко. Ну, надеюсь, вас это задобрит. Неплохо, но мы все равно вас убьем. Странно, почему-то не прокатило. Ладно, сами напросились. Блин, вот этот костюм мне нравится, красный, да, ребят? Какая-то садомаза, ё-моё. Так, ну что, осталось у нас тут последнее в купальнике. Сейчас мы ее забомбим. Или в чем она тут одета? Ну, неважно, короче, все. Готовы они. Так, обрез, шмотки, стимпаки. У меня чувак получает уровень. Какой? 21. Почти у цели. Да нет, еще пока, по-моему, не у цели. Нам еще бегать и бегать. Коробочка. С крышками. Ладно, сойдет. Что у нас будет здесь поджидать? Тишина. Хм, это хорошо. Так, а тут, смотрите-ка, рейдеры у нас. Кто жениха возьмет, на тот свет попадет. Ну, ребят, я не знаю, кто попадет из нас на тот свет, но явно не мы. Так, готовы. Последнее, все. Так, давайте, наверное, залутаем их. И тут у нас коробочка, кстати, есть. Ну, дайте мне взять, елки-палки, быть. Во. Так, и надо не забыть коробочку прихватить. Нормуль. А опять рейдеры. Слушайте, я надеюсь, что мы сейчас с вами освободим еще одного, как сказать, жителя к себе в убежище. Было бы, кстати, неплохо, да? Хорошо. Так, ружбайка древняя, ненужная, никчемная. И крышки. Ну, крышки нам нужны, и желательно побольше. Мне нужно очень много крышек. Так, давайте подниматься еще выше. Так, у нас... Ага, 3 этажа. Ладно. Кто тут у нас вылез? Кроты. Ясно. Сейчас мы с ними покончим. Тут 2 ящика у нас еще есть. В принципе, нормуль.
Готов один. И второго добиваем. Ну, стреляет уже, вот. Так, стимпак один достался нам. А здесь опять ружбайка. Ну, что ж ты будешь делать? Блин, тут у нас еще вот куда надо идти. Ай-яй-яй. Так, давайте тогда вот здесь вот поднимемся. Так, ну я думаю, что мы, наверное, с вами третий этаж пройдем. И там вниз спустимся. Ну, а уже потом на четвертый переместимся с вами. Здесь тишина. Это даже очень хорошо. Так, опять рейдеры. Хоть Розой назови ее. Правда, Роз теперь совсем не осталось. Ну да, в принципе, никакой растительности я не замечал снаружи. Так, ну давай последнего. Нарбуль. Так, нам дают стимпаки. Ну и, естественно, крышки, да? Ага. Так, мое. Нет, наши. Еще раз повторю. Сейчас вот этих заколбасим, спустимся с вами вниз, разведаем третий этаж и уже потом пойдем. Какой третий? Там у нас второй получается, да. И уже поднимемся на самый последний, да пройдем и, думаю, будем отсюда убегать. Так, подожди-ка, какой 19 уровень получает у меня барышня. Так, ратпак дали, давай-ка сюда, переместимся маленько. Тут маленькая комнатка, так что даже пустая причем. Ну что, давайте тогда подниматься на самый верхний этаж. Мы его быстренько пройдем. Кстати, здесь мы должны будем спасти, наверное, жениха уже. Так, пустота. Здесь у нас, смотрите-ка, два ратпака. Добро пожаловать, жители убежища. Если вам нужны приключения, то они у вас будут. У нас особая распродажа всего, что связано с Рождеством. Подожди-ка. Мы пришли за женихом, которого вы похитили. Да, будет именно так. Жених? А, вы про мальчика-раба? Да, теперь он наш. Ха-ха, да ну, брось ты. Теперь он будет наш, елки-палки. Так, ну-ка, пятикратный, замечательно получилось. Главаря мы завалили. Так, там смотри-ка. Оделась она в костюм Санта-Клауса и выделывается. Все, готово. Так, а это у нас что за Афродита? Убить босса рейдеров, он был на жених. Так, замечательно. Немного подкрасить, поставить цветы, и тогда здесь будет... А, неважно. Да, действительно, неважно, потому что мы здесь долго не задержимся. И вот он, красавчик. Эй, вот вы где. Да, мы тут. Что скажешь? А я ломаю голову. Куда вы подевались? Лучший мальчик в мире, да? Так, что бы нам взять? Слушайте, давайте вот это вот, наверное. Пошли, тебе пора возвращаться домой. Действительно. Ну и что ты мне ответишь? Как думаете, может мне усы отрастить? Да тебе лучше избрить. Ох ты, ребят, мы получили с вами костюм. Такого у меня еще не было. Больше идем, меньше разговариваем. Так, ну что, я надеюсь, что этот чувачок все-таки пойдет к нам. Хотя он почему-то никуда не побежал, а стоит на месте. Костюм Тенпети. Тенпети. Ладно, посмотрим, что это за костюмчик у нас. Сколько затребует у нас опять бутылок на возвращение, на ускоренное, естественно. Так, а у меня совсем их мало. Так, одну бутылку, ладно. Ёлки-палки, а у меня всего их две, ребят. Кстати, костюмчик-то у нас легендарный. Вот оно что. Хорошо, так, поход за костюмами у нас очередной рейд. Блин, я вот знаете, что думаю, что у меня не хватит на возвращение... третьего рейда. Поход за костюмами. Найти основной тайник с костюмами. Ладно, попробуем найти. Надеюсь, костюмчики-то будут достойные. Кто здесь? Ой, тараканы, ё-моё. Легкая нажива, ребят. Ну, давай. Еще два залпа и будем с вами спускаться вниз. Какой нафиг спускаться вниз? Будем проходить остальные комнаты. Спускаться еще не сейчас. Так, смотрите, нам дают очень много здесь стимпаков. К чему бы это? Да ладно, что теперь в каждой комнате будут то кроты, то тараканы? Я так понял вас, да? Ладно, в любом случае это все вата. Быстренько сейчас мы их разберем. И уже здесь, да, будем спускаться, ребята, потому что там лифт у нас. Так, стимпаки опять. Странно как-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что у нас здесь? Кстати, карта-то хоть большая. Оу, прилично тут этажей.
Ну и помойка. Да уж, это точно. Бардак еще тот. Ага, смотрите-ка. Даже главарь тараканов вылез. Даже пикнуть не успел, ё-моё. Сразу отдуплился. Но никто не вылез. Замечательно. Так, спускаемся. Ну, если так дело пойдет, ребят, мы быстренько этот рейд с вами пробежим. Оу, давненько-давненько я вас не видал. Тараканы, ёлки-палки, какие тараканы? Конечно, скорпионы. Ну, ты посмотри, какой крепенький, а? Не хочет подыхать, гаденыш. И это один. А представьте, если их будет десяток. Тяжко нам придется. Ну, таких, к счастью, не бывает у нас стычек, где их там очень много. Когда мы едины, я понял, вы непобедимы. Тут у нас что? Так. А вот это, наверное, и есть тайник. Да, ребята? Да, не ожидал, конечно, что нам подсунут бичевскую одежду в этих тайниках. Дали бы что-нибудь действительно стоящее. Смотри-ка, что-то как-то половина комнат пустует. Почему так происходит? Опа, даже гули здесь есть. Неплохо, смотрите, у нас были здесь все. Давайте еще до полной кучи рейдеров вставим, и будут практически все упыри, которые присутствуют в этой игре. Ну давай, разбирай ты уже этого хламона. Так, упали. Отлично. Так, чертежик достали мы. И крышки. Крышек, кстати, у нас получается очень мало почему-то, ребят. Мне нужно их дофигище. 100 тысяч крышек для начального своего развертывания идеального плана, даже так скажем. Парикмахерскую надо улучшить, которая стоит, по-моему, 60 или 70 тысяч крышек. Ну и там еще по мелочи. Так, отличненько. Еще один чертежик мы достали. Так, ребята, сколько у нас еще? Наверное, два этажа всего осталось. Ну, кто? Кроты, понятно. Ладно, с ними сейчас по-быстренькому покончим. И у нас здесь только лишь один ящик. Нет, не будем мы с вами тратить крит на этих охламонов. Мало ли, кто там еще будет впереди. Мы лучше побережем. Так, я ничего не пропустил? Нет. Вроде бы все собрал. Вперед! Так, вентилятор нам достался. Это хлам. А здесь у нас тишина. Крышки. Блин, даже 1000 не набрал, а? Ну что это такое? Меня так не устраивает. Ну, в принципе, если мы сейчас вот этих забомбим, да, с них залутаем, ну, навряд ли, конечно, мы 1000 наберем, хотя есть еще один этаж. Основной квест у нас выполнен. Мы с вами нашли тайник со шмотками. Ну, вот, вот уже хорошо. 1180. Хоть какая-то прибавка у нас идет. Так, а тут тараканчики родные, а? Подъедает тут, видимо, хлебные крошки. Что он там говорит? Как же меня здесь все бесит. Я тебе скажу даже больше. Это тебе повезло, что ты попала на такой легкий рейд. У нас впереди будут очень-очень сложные задания, где ты будешь там пыхтеть, кроптеть. Кстати, да, надо же, блин, мне как-то построить, ребята, еще одну аптеку себе, где можно делать стимпаки. Потому что в дальнейшем будет очень тяжко, и нам надо будет брать с собой очень много лекарств, чтобы подхиливаться. А так как я выпускаю по 3 рейда, ну, вы сами понимаете, ребята, сколько нужно этих стимпаков. Ну и, естественно, ратпаков, потому что там будут уже радиоактивные монстры. И причем когда-нибудь мы с вами дойдем до логова когтей смерти. Все, ребята, давайте возвращаться. Я так думаю, что, ребята, они потребуют у нас одну бутылочку, да, колы. Мы ее сейчас потратим, а вот для третьего рейда я уже не знаю, как быть. Тут нет такого, чтобы добежать за просмотр рекламы. Ладно, может быть, нам попадется там бутылка, кто его знает, согласитесь. Смотрите, у нас здесь практически все хлам, кроме чертежей, да, ребята, и одной куртки. Ага, все, вот так вот. Ну что же, давай, все это мы забираем. Столовая подземка у нас сделана. Так, какой там у тебя уровень? 20-й. И знаете что, нам нужно с вами сделать кладовую, ребята, знаете почему? Потому что кладовщик уже орет во всю глотку: «Построй кладовую, мало места, я не могу больше никуда ничего размещать». Поэтому сделаем ему такое одолжение. Так, как раз поставим, наверное, 3.
улучшать мы пока не будем, а давайте, наверное, еще доделаем с вами новое вот это вот. Комната фильтрации воды. Я надеюсь, у меня хватит еще на две комнатки. Сколько там потребуется? Ага, 1500. Да, как раз мы с вами укладываемся в эти рамочки. Замечательно. Все, она у нас сделана. Сюда нужна пешечка. Будем искать потом с вами жителей с буквой П. Ну и, соответственно, туда отправлять. Так, 3, 7 и 19 уровень. Ага. Так, а здесь у нас что-нибудь новенькое. Оу. Новенькое у нас здесь есть. Но, как обычно, не хватает у нас хлама для чего-то такого хорошего, чтобы мы могли с вами сделать. И давайте-ка мы ему оденем костюмчик вот этот вот, Темпени. Заодно посмотрим, как он будет в нем выглядеть. Ну-ка. А что, мне нравится. Ладно, пускай носит его, нам не жалко. Так, что тут у нас? Ахламон. Давай-ка мы что-нибудь тебе посолиднее оденем. Мне не нравится этот комбинезон механика. А у нас ничего хорошего нету. Плащ шерифа. Да ну нафиг, не будем мы его пока ставить. Силовая броня. Кстати, я не могу понять. А, у меня же ребята, да-да-да, в рейд же ходили, чувачки. Мы костюмы им меняли, ладно. Так, ты куда разогнался, Ахламон? Я тебе сказал стоять здесь, блин. Уже бежит, сломя голову. Так, ладно, ребята, давайте мы с вами сделаем третий рейд. Потом вернемся и будем уже как-то распределять нагрузку на очередные задания. Без яиц не возвращайтесь. Убить светящего рад скорпиона и забрать его яйца. Да, ну и заданница. Вот теперь я понял, для чего мы с вами надевали вот эти вот костюмы. Определенно это верная дорога. Не знаю. О, да, здесь у нас по ходу дела ребята будут скорпионы. Как бы нам совсем без яиц не остаться. Намек поняли? Так, ладно, давайте сейчас разбомбим. У нас в команде только два мужика и девушка, так что девушке абсолютно не за что бояться. Ну что, давайте, 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 скорпион. Падай ты уже, хорош выделываться, блин. Так, здесь помощь нам вообще никаким макаром не нужна. Все, еще один залп сейчас сделаем. Нормально, давайте лутать, крышки. Здесь, о, ствол нам дали. Повсюду смерть, мне нужен антидепрессант. Так, а это ружьишко-то слабоватое будет, ребята. Так что никакого от него толку пока не будет. Но все равно жителю какого-нибудь своего убежища можно его всандалить, пускай он бегает, потому что они у меня там не особо так одеты. Кроты. Ну, кроты, в принципе, тоже легкие. Кстати, смотрите, ребята, мы пришли с вами, и здесь довольно тяжелые мобы, сами видите прекрасно, разбираются одни не с первого и даже не со второго выстрела. Так что я думаю, что здесь, наверное, будет, как сказать, главарша скорпионов, и нам придется с ней столкнуться. Так, курточка стиляги. Или байкера. Нет, по-моему, это байкеры. А может быть и не байкеры, в общем, я не помню. Да это и не важно. Тут у нас очередное пушное мясо в виде этих, как их, рейдеров. Давайте мы сейчас расколбасим. Кстати, у меня же... Да нет, хватает у меня всего. Стимпаки есть, артпаки есть. Если что, мы подхилимся, подлечимся. Ну, я думаю, что еще у меня не получится успеть уровень. Так что все пока у нас будет хорошо. Так, лечим. Ну, давай, последний. Блин, если они такие обычные, довольно сложные, то я боюсь увидеть босса. Мы точно сбились с пути. Никуда мы не сбились. Дайте мне подобрать, а? Мешайтесь только. Ага, вот, за ножки. Чертежик она прятала у себя там. Хорошо. Давайте продвигаться сюда. Тишина. Я люблю, когда комнаты, где никого нету. Сразу быстренько их пробегаем. Ну-ка, и здесь нету. Броня рейдера. Кстати, вы заметили, да, что у меня ни один чувак не носит эту броню. Потому что она говно на самом деле. И нам она не нужна. Так. Ёлки-палки. А, направление верное, естественно. Естественно верное. Ох, тут уже двое. Начинаю подозревать, что шеф-повар хочет нас убить. А, нас же шеф-повар якобы отправил за яйцами, да? Захотелось ему, блин, деликатеса. Ну, черт подери, вот
мурыжится вокруг одного скорпиона. Давай, давай, добивай. Я не знаю, ну крит глупо тратить, потому что я больше уверен, что нам придется на последнем скорпиончике все это дело применять. Но давайте еще по залпику, и он будет уже готов. Вот, блин, бегает все, бегает. Вот, наконец-то, елки-палки. Что здесь у нас? Чертеж. Стимпаки. Ясно. Тут тишина. Тишина. Так что давайте вниз уже перемещаться. Да сколько тут этажей-то, ё-моё, а? Припарило. Так, здесь. Ух, большая комната и все тихо. Замечательно. Блин, одна рейдерская броня нам попадается. Что за фигня? Ух ты, а это что такое? Что вы тут делаете? Разве вы не знаете, что тут полно рад скорпионов? Ну и что ты мне хочешь этим сказать? Кажется, кроме меня здесь вообще никого не осталось. Ну, мне так кажется. Так, давайте-ка мы с вами выберем, наверное, ребята, второе. Тут недалеко наше убежище. Идите туда. Да, эта идея мне нравится. Вам тоже лучше уйти. Слушайте, вот теперь я надеюсь, что эта барышня пойдет именно ко мне в убежище. У меня останется на одного жителя больше, и это хорошо. Нам нужно 90 жителей набрать, это минимум, для того, чтобы мы могли с вами уже все полностью там развивать. Ну что же вы, хламоны, делаете, а? Не хотите никак подыхать? Блин, такой соблазн сейчас просто критануть по всем хорошенько, чтобы они тут слегли. Но нет, ребята, будем держаться, потому что у нас еще не выполнен основной квест, и нам нужно все-таки, скорее всего, подраться с главаршей скорпионов и забрать у нее яйца. Так, давай, все, готов. Последний охламон. Так, стимпаки нам дают. Блин, да что ж такое-то? Сколько мы за один поход с вами набрали рейдерской брони? Так, подожди, такой... Блин, да что ж такое-то? Хотел вернуться, блин, залутать одного, видите, пропустил. Черт бы его побрал. Ладно, давайте попробуем вот так вот. Ты посмотри, на трехкратном отнял, ну, чуть-чуть больше половины. Офигеть, они мощнявые. Так, ну, будем надеяться, что за них и опыта нам дают неплохо, поэтому мои ребятушки должны быстренько окрепнуть и поднять уровень. Так, давайте зайдем сюда. Даже ни одного скорпиончика не оставили залутать. Что тут у тебя, крышки? Да, так и есть. А здесь чемоданчик у нас с говеной броней. Ёлки-палки, ты посмотри, нам еще, ребята, один этаж придется проходить, помимо вот этого. Опачки. Уф, нам показалось, что вы рад скорпионы. Наверное, из-за запаха. Эти твари не только забавные, но и радиоактивные. Такая мерзость. Хорошо, что тот шеф-повар из убежища щедро платит за их яйца. Так. Извините, да, ребята? Но яйца забираем мы. Я вам так скажу. Убейте твари и порежьте их на куски. А остальное сделаем мы. Так, я вообще-то думал, что это она нам говорит, блин. Ха-ха, она, видите ли, на нас напала. Ладно. Что ж, слушайте, ребята, а может быть даже мы и здесь с вами заберем эти яйца. Только для начала мы их сейчас положим. Нифига она там бомбочку бросила. Хорошо, что мои бойцы выжили. Так. Ну давайте, давайте, давайте. Слушайте, они здесь все с кирками. А вы помните, да? У этой кирки дамаг довольно неплохой. Так что, как видите, разбирает потихоньку моих солдатиков. Все, осталось главное. Да, ребята, нам не пришлось драться. Даже не верится, что мне за это не платят. Угу. Радуйся, что за тобой присматриваю я, охламон. Он еще будет мне ныть, что... Ему не... Оу, ё-моё, знаете что? Эти раскорпионы совсем не вкусные. Слушай, ты давай поменьше разговаривай и побольше, наверное, делай дело. Давайте все свои усилия отправим на вот этого главного скорпиона. Потому что он, наверное, будет сейчас призывать еще себе помощь. Нам это нафиг не нужно. Блин, и крит я весь потратил. Жаль, конечно, сейчас бы, наверное, уже давно его положил бы. А нет, вот, ребята, есть у нас. Ну-ка. Давай на пятерочку попробуем. Ох, отлично! Хе-хе! Не такой уж он и мощный, как я вначале подумал. Так, ну что, последнего хламона добили. Ох ты! Бокс мы с вами зарабатываем. Как хорошо, что рядом друзья. Да, опачки.
Вот эта вот пушка уже, наверное, хороша будет. Так, посмотрим, это у нас огнемет 15-19. Да, ребята, пускай бегает с огнеметом. Вы прекрасно помните, что в тех сериях я тоже находил огнемет, и он мне, в принципе, понравился. Жалко, конечно, что он бьет только по одной цели. Было бы довольно хорошо, если бы уничтожал... Не уничтожал, а, скажем так, стрелял по всем монстрам, которые находятся в определенной комнате. Так, и тут у нас последние говнюки. Сейчас мы их быстренько разбираем и будем отсюда сматываться уже все. Это у нас, кстати, третий рейд. Оу, быстренько сматываться. Черт подери, я же вспомнил, ребята. У нас же с вами нету ни одной бутылочки квантовой колы. Как мы будем сматываться? Да никак. Придется им бежать самим. А это определенное количество времени. И довольно, наверное, немалое. Так, ну что, все мы здесь выполнили. Давайте возвращаться. Сколько вообще потребуется? Так, да, ребята, Ханна присоединяется к нашему убежищу. Это замечательно. Так, и сколько затребует? Ну, запомните, у нас 0 бутылок. Я так просто для ознакомления. 3 даже нужно. Ё-парасете, ребята. Ну что ж, ничего не поделаешь. Пускай бегут уже сами по себе. Черт подери, плохо. У меня получается, знаете что, фигня. Если я сейчас своих ребят отправлю на рейд, это у меня 2 бригады будет, да? Та только прибежит за это время. Ну, у меня есть другая идея. Может быть, эту серию пока оставить так, доснять вторую, потом просто-напросто их объединить. В принципе, это было бы, наверное, неплохо. Так, что у нас тут? Потушить пожары, отправить в пустошь 6 жителей. 6 жителей в пустошь. Ну, это как-то для меня сейчас в данный момент накладненько получается. Так, давайте-ка мы, наверное, с вами... Чё? А, понятно. Не удалось добыть. Давай, разбирай. Игрушечная машинка. Изолента. Хотя, в принципе, даже можно их, наверное, просто продавать. Хлам у нас обычный и так есть. Ну, а чтобы получить легендарный, это нужно разбирать легендарное оружие, ребят. А шмотки, а у меня их не так уж и много, так что как-нибудь мы перебьемся с вами. А вот всякого хлама ненужного нам надо избавляться обязательно. Сами видите, что у нас полностью все было забито. Давайте-ка глянем с вами броню, наверное. Так, что у нас тут есть? Лишнее, естественно, будем продавать. Одеяние послушника на продажу, причем все сразу же. И... Так, ребята, и все, больше ничего не можем. Ладно, предлагаю сделать так. Я снимаю следующую серию, потом объединяю уже с этой, чтобы мы, по крайней мере, могли сразу отправить 3 команды на рейд. Я не хочу просто-напросто их делить. Так что, ребята, вам подождать буквально секунды. Ну, а мне, конечно, определенное количество времени. Так что не уходите, сейчас продолжим. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Fallout Shelter. И, как я вам обещал, сегодня мы будем отправлять 3 бригады на рейд. Естественно, эта серия будет у нас неполноценная, в плане того, что мы просто отправим ребят на задание. Ну, а уже в следующей серии, да, конечно же, будем проходить рейд. Ну, вроде бы как и все, да? Кормежку забрали. Так, подожди-ка, барышня, надо тебя немножечко приодеть. С какого-то лешего она у меня так просто здесь стоит. Даже не знаю, во что, если честно. Так, у нас здесь нужна S? А, нет, P, ребят, конечно же, P-шечка. Поэтому давайте наденем ей броню с буквой P. Так, я вижу P2. Это маловато. P5, вот это я понимаю. И ее, естественно, отправляем на фильтрацию воды. Хотя у нас с водой не так уж большие проблемы, но зачем ей просто так там стоять дурковать, когда мы можем ее в дело пустить? Так, а ты-то у меня что, так просто стоишь, гуляешь здесь? Тебя и... Ну, медиков у меня, по-моему, хватает, так что надо тоже, наверное, пешечку ей надеть, да? P3 я вижу и... Блин. Давайте вот так вот. Во... Вот в этом костюмчике она как раз пойдет у нас фильтровать воду. Ну что же, вроде бы как и все, ребятушки, да? 6 тысяч, не хватает денег поднять уровень, блин, ладно.
А чё это у меня охламоны-то стоят? А, ну да, они же у меня сами по себе пришли. Ха-ха-ха, давай забираем все. Жилая комната минитмены. Опять минитмены. Так, оу, столовый институт, ребята, у нас открылась. Замечательно. Ну, по столовкам у нас все хреново, потому что они у меня только из двух этих состоят, из двух комнат. А нужно три комнаты. Так, какой уровень? 8-й, слабоват. Так, вот, теперь повысим. Замечательно, ребята, у нас 2-го уровня, но всего лишь 2 работяги там работают. Ну, в принципе, нам не актуально, спешить там некуда. Вот здесь мы, кстати, сделаем зачистку. Так, бокс у нас. Ну-ка, показывай, что у тебя здесь. Пистолет, блин, ну да, крышки 100 всего лишь. Хлам. Пища и оружие, 12-13. Слушайте, ну что это за бокс такой мне попался, а? Совсем никакой, никудышный, я так сказал даже. У тебя 17-18, довольно неплохая штука. Так, подожди, 12. Так, есть кто-нибудь послабже-то? У тебя 13-14. Слушайте, я, ребята, думал, что у меня у жителей... А, вот здесь вот, наверное, можно, в принципе, и поменять. Давайте вот так вот сделаем. Довольно неплохо у меня жители моего убежища и одеты, и вооружены. Я-то думал, что будет все намного хуже. Ну что же, тогда мы определяемся с рейдом, ребята. Какой бы нам взять? Ну, давайте начнем вот с этого. Жизнь за бифштекс. Так, Лукас пойдет. Так, и давайте, наверное... Нет, Пристана возьмем. У него уровень побольше. Так, стимпаки, стимпаки. Давайте 15, я думаю, достаточно будет и того, и того. Так, ну что же, отправляем. Ну, а теперь нам нужно будет только определиться еще с двумя. С двумя рейдами. Так, подожди. Оу, ребята, я же забыл совсем. У меня же новый житель. Причем медик. Да? Медик же она. Сейчас мы это посмотрим. Кормюшку берем. Так, у нас по медицинскому центру-то как? Надеюсь, еще там местечко есть где-нибудь, а? Да, в принципе, неважно, ребят. Найдем ей, куда присобачить. Так, давай-ка ей возьмем в руки ствол какой-нибудь. Давай вот это лазерное ружье. И отправляем ее. Да, вот сюда пускай. Ну все, в принципе, все предели. Да ё-моё, нападение как есть смерти. Опять эти когти. Кстати, вы не заметили, что они у нас тут зачастили с нападениями-то? Может быть, пора отрубать свое радио к ядрене фени? Что-то меня уж больно часто находят как-то. Так, как вы у меня тут поживаете, ребятушки? 14-15. Да, в принципе, хорошо. У нее ружбайка нормуль. Надо теперь смотреть за каждым этим своим шагом, чтобы кого-нибудь здесь нечаянно не убили. Хе-хей, выжили мои солдатики-то. Так, Джек, давай. Отлично. Ну. Так, столовка уже, смотрите, встала на дыбы. Они уже готовы к встрече. Блин, вот жалко здесь не показывается, сколько у них хп, да, ребят? И какая у них защита, чтобы приблизительно хотя бы знать. Мне же приходится как бы наугад все это исчислять. Так, ну здесь наверняка... Ага, одного положили. Ну и, как обычно, наверное, двоих положат уже в столовке. А нет, смотрите-ка, здесь забомбили. Все, последний у нас перебирается сюда, и здесь же он находит свою смерть. Вот, больше чем уверен. Ну, пару выстрелов дайте ему. Так, помощник, давай, бомби. А, нет. Без тебя как-то справились. Но, смотрите, воины у меня покоцанные. Ну что же, 12 происшествий мы с вами сделали. Погоди-ка, что-то я не то, ребята. Это у меня в пути уже. Так, еще 2 рейда. Давайте с вами быстренько определимся. Слежка за рейдерами. Не хочу. Не хочу менять просто костюм, ребят. Так. Вот сюда вот можно, в принципе. Наполовину пуст, наполовину полон. Называется миссия. Не знаю, к чему такое название. Вот так. И здесь тоже десяточку возьмем. Все. Бегут. 7-й уровень.
Так, и последнее, ребят, задание у нас. Слежка, это все фигня. Костюм, я не знаю, у нас такие вот. Целься в голову. Ну-ка, если мы предположим. Так, нет, ребят, меня это не устраивает. Тут нужен костюм обязательно какой-то. А какой? Какой нужен костюм-то? Черт. Как тебя перевернуть-то, ё-моё. Все, позабыл. Хорошо, давайте тогда что-нибудь другое возьмем. Где просто нужен большой уровень и, например, определенная атака. Так. Ночной дозор. Фиг с ним. Пускай будет здесь. Так, погоди, погоди, какая нафиг электростанция? Ё-моё. Мне не нужна электростанция. Так, давайте заменим. Вот так сделаем. Потом Чарли у нас будет здесь. И последний у нас отправится это... Так, погоди, вот. Роберт. Ну, этот костюм, конечно же, будем снимать. Давайте наденем силовую броню. Она у меня должна быть где-то, я знаю. Вот. Так, и... Что-то я не понял, откуда столько взялось-то. Все, пускай идут на задание. Ну что же, ребята, как-то вот так вот мы с вами сделали это все. В следующей серии уже будем проходить рейды. Ну а на этом я буду завершать свой выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся с вами в следующих новых видосиках и продолжим играть. Нехваточка. Ну, всем удачи, всем пока. И до скорых встреч, ребята. Чао.